Возможность прогуляться по воде теперь есть не только у владельцев собственного водного транспорта. В Петрозаводске открылся прокат весельных лодок, доступный всем желающим. Рассказывают, что раньше людей, которые ходили на лодках в акватории карельской столицы, было очень много. И спортсмены, и учащиеся речного училища, и простые горожане. А потом многие пересели на моторные катера и лодки. Но только с веслами настоящий моряк может быть уверенным в своей безопасности. Эта практика, конечно, для наших озерного края, для города Петрозаводска, практика хождения на веслах, конечно, очень важна. Человек чувствует себя, ну, то, что он овладел этой стихией. Это не должно исчезать, поэтому это еще один шажок полярного Одиссея. На недавней сессии стратегического развития Петрозаводска многие поддержали идею о том, что нужно возрождать лодочную станцию. Идею осуществил Виктор Дмитриев, президент клуба «Полярный Одиссей». В небольшой бухте в устье Неглинки на набережной Онежского озера появилась лодочная станция «Ковчег мира». Она будет работать все лето, ежедневно с 11 до 21 часа, но только в хорошую погоду. Можно подойти, взять билет и прокатиться вдоль набережной на расстоянии 30 метров от берега до памятника Петру и назад. Четырехместная лодка, трое взрослых, один ребенок, но после 7 лет, или два человека, спас-жилеты, лодки и вперед. Бухту, в которой расположен прокат лодок «Одиссеевцы», теперь предлагают назвать гаванью трех китов в честь установленного там же арт-объекта. Плавающий фонтан «Ковчег мира» изображает трех китов, которые держат ладью. По словам Виктора Дмитриева, композиция должна напомнить людям о том, что все мы находимся в одной лодке. Наталья Кузьмина, Юлия Степанова, Влад Будников, служба новостей.